Всем привет, друзья! Сегодня мы продолжаем играть в Франц Кафка видеогейм. Надо потыкать по телеку. Вот тут что-то какое-то. Что-то надо собрать какую-то картинку. Сейчас я потыкаю по телекам и все сделаю. Как они тут вообще оказались? Я вот не понимаю, как это вообще произошло. Вот это да. Незнакомец, подойди ближе. Привет, чувак, ты что старый такой? Может, это другой? Что ты тут делаешь? Я ищу замок. Уже не помню, сколько лет прошло с тех пор, как я прибыл в Америку по приглашению этой таинственной организации. Но я отчетливо помню, что здесь меня никто не ждал. И сколько бы я ни пытался вернуться домой, ничего не получалось. В конце концов, я решил во всем разобраться, и вот мои поиски привели меня сюда. Ты ошибся, я могу указать лишь направление. Дорогу ты должен найти самостоятельно. Окей, ну покажи направление. Я и так потратила на это всю свою жизнь. Дубитанду от Веритатем Первенимус. Теперь переведи мне это с латыни, похоже. Вот. Не рановато ли? Какой-то намек, ну ладно. Старая заброшенная шахта. Нужна какая-нибудь карта, чтобы не заблудиться в этих подземельях. Вот, собственно, тебе и карта. Ты, кстати, блин, физика, ненавижу физику. Тут какие-то, блин, транзисторы, резисторы, сопротивление Ай, дофига всего. Это вот я не понимаю, как это делать. Потому что это очень сложно. Это как в письме составлять, только в письме было в 100 раз проще. Тут тоже надо вход отсюда до сюда сделать. Я уже не помню, как там. Надо вот эти вот штучки, чтобы они совпадали. Это очень, блин, сложно. Опа. Это мне повезло. Потому что это очень сложно. Хотя я сомневаюсь, что цель моих поисков находится в этой шахте, но мне все равно больше некуда идти. Ну, логично, если некуда идти, то надо идти в одно направление, которое свободно. И тут же какое-то вообще. Это ресепшн у нас, я так понимаю. Не обращайте внимания, у нас тут немного сыра. Я заметил, что у вас тут чуть-чуть совсем сыра, как бы. Ну, может, соседи затавливают, я не знаю. Хотя это не оправдывает вашего опоздания, но раз уж вы здесь. Блин, сказали бы, куда идти, не опоздала бы. Здесь вы заполнили все необходимые бумаги и получили разрешение. Бумаги? Разве вы не знаете? Конечно, блин, никто мне не сказал. Чтобы попасть в корпорацию замок, необходимо получить разрешение в канцелярии. Если вы готовы взглянуть внутрь себя, в свое отражение, то... Запомните данный бланк. Это ускорит получение разрешения. Рефуст отказано. А нам надо, чтобы было не отказано. Я вообще не знаю, как делать. Да, короче. Да ладно, серьезно? Granted, одобрено. Ну классно, что одобрено. А это еще что такое? Это ваше разрешение? До свидания, чувак. Ну, кружка тут уже. Это все кружка виновата. Она бездонная, в ней дофига воды, она все тут залила. Какой-то беспредел происходит вообще.
Вот я так понимаю, надо картинку составить. Тут не составляется. Тут тоже. А вот пустыня, мы в ней только что были. О, все. И что теперь? Что происходит? Что за апокалипсис? Не может быть, это же... Метеорит? Замок? Звезда смерти? Что это происходит вообще? Всю игру поломали. Интермишн. Я не знаю, как это переводится. Мы послушаем музычку. Почему бы не послушать музыку? Собственно, классическую музыку. Вы сейчас думаете, заткнись ты уже. Дай нам послушать музыку. Но я все болтаю, 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 болтаю. Потому что я это умею. Я умею болтать. Мне интересно, сколько она длится. Нет, я люблю классическую музыку, как бы она прикольная, но... Она долгая. Проснувшись ранним утром после ночного кошмара, Грегор Замза обнаружил, что он в собственной постели превратился в уродливое насекомое. Собственно, это он. В любом другом месте это могло привести к определенного рода неудобствам и даже проблемам. Но в этом городе работа частного детектива не столь требовательна к внешнему виду. Глава 4. Превращение. Так. Это у нас... Ну чё? 7 минут только прошло, давайте главу 4 начнем.